Всех привет, сегодня хочу поговорить о бюджетных беспроводных наушниках, которые могут подключаться по Bluetooth и работать на частоте 2,4 ГГц. У них очень классный дизайн, неплохое звучание и приятная цена. А вот об этом давайте поговорим поподробнее. Наушники можно заказать на ВБ, стоят они там 2800 и 2700, если оплачивать карты в Wildberries. Цена постоянно меняется, так что заходите сайт, мониторьте, ссылка на них будет в описании. И как приятный бонус, возврат 200 за отзыв. Уши имеются в двух цветах, бело-голубом и черном. Я взял бело-голубой цвет. Взглянем на комплект, упакованы они неплохо. Внутри у нас лежат сами наушники, приемник 2.4 и кабель для подключения AUX. Необычный кабель лично для меня, на одном конце Type-C, а на другом 3.5. И еще необычная такая фишка этого кабеля, то что на нем имеется микрофон, который идет на этом кабеле. И чтобы не отходить далеко, вот как этот микрофон звучит. А вот так вот звучит микрофон, который встроен в AUX кабель. Сами оценивайте его качество. Я поставлю громкость плюс 8 дБ, чтобы вы хотя бы хоть что-то могли услышать, потому что этот микрофон очень тихий. Но оценивайте качество микрофона, и это как приятный бонус, что ли. И лично я никогда не сталкивался с такими проводами, чтобы там был еще встроен микрофон. Ну и еще в комплектации имеется кабель для зарядки и инструкция, которая есть на русском языке, так что у вас не будет проблем с настройкой данных наушников. В голубом цвете уши выглядят классно, но я уже представляю, как через полгода амбушюры будут запачканы, так как в тех же самых Logitech'ах было то же самое, а так амбушюры мягкие, на голове сидят классно, сами наушники хоть и легкие, но все собрано на совесть. Нет явных зазоров, заусенцев и плохого отлива пластика. Скрипов замечено также не было. Посмотрим, будут ли они себя чувствовать точно так же спустя год использования или полгода. Фиксация на наушниках неплохая. Скорее всего, вы ее настроите на одном положении и больше не будете трогать. Конкретно я так и делаю. Управление у нас все расположено на левой части. У нас тут имеется кнопка включения и выключения микрофона, кнопка смены режимов между Bluetooth и 2.4. Также у нас еще есть кнопочка, которая меняет режим эквалайзера, такой как режим бас, режим музыки, игровой режим, крутилка громкости, кнопка включения, выключения, индикатор, который показывает, что у вас какой режим включен, режим Bluetooth или режим 2.4, ну а также порт зарядки Type-C. По комфорту я хочу сказать, то, что наушники сидят очень удобно, они прям максимально легкие, как я уже и повторялся, так что на голове они совершенно не ощущаются. И, наверное, главный плюс этих наушников, то, что само ухо у меня не касается дна наушника, поэтому оно мне не давит и мне не больно сидеть так, как в тех же самых фифайнах, что H9, что H6, была такая проблема, то что амбушюры были маленькие, и ухо касалось самих наушников, оно давило, было неприятно, больно. Наушники сидят классно, мне прям сидеть в этих наушниках, наверное, часов 8-9, прям никакого дискомфорта мне не доставляет. Я их вообще не ощущаю на голове, прям классно. То, что еще есть беспровод, прям бомба. Отошел, что-то взял, пришел, вообще, ну это идеально. Звук по беспроводной связи действительно хороший, басистый и приятный. В играх типа CS2, а также PUBG, все слышно отлично. Радиус беспроводной связи 10 метров. Могу сказать, что этого вообще с головой хватает. Я хожу по всей квартире, у меня наушники не отключаются, не дисконнектуются. Звук не пропадает, все прям, нет никаких лагов, багов, все прям идеально. Аккумулятор в этих наушниках на 500 мА, этого хватает где-то на 25 часов прослушивания. Зарядятся они у вас где-то примерно за 2 часа, 2, 2,5 может. Даже меньше. Что касаемо звука в музыке, не прям вау, ну и не полное говно, уверенность, середина. Также можно подкрутить это все в эквалайзере, который встроен в сами наушники. Эти наушники я прослушивал также со звуковой картой Creative Sound Blaster G6. Звучат вообще шикарно, громко, басисто прям, ну по проводу они звучат очень классно, но это еще заслуга звуковой карты. А так по беспроводу слушать очень приятно. Запаса громкости мне хватает, все четко, мне прям нравится. Но я не могу не упомянуть то, что в самих наушниках также имеется встроенный микрофон. Звучит он тоже весьма достойно, ну, для такой цены, для беспровода. Конкретно сейчас запись микрофона идет по 2,4 Гц. Звучат неплохо, хороший, качественный микрофон для какого-то банального такого минимального общения пойдет. В целом я хочу сказать то, что эти наушники мне понравились, у них хорошее качество сборки, у них хороший материал, у них классное звучание, что по проводу, что по беспроводу. У них приятная цена, продаются они на Wildberries, так что спустя, наверное, 2 дня они к вам приедут, вам не придется ждать там 15 дней с Алиэкспресса. Комфортно они сидят на голове, что я ему хочу сказать, потому что мне прям понравилась посадка вот на голове, они не сильно давят и не прям так и прям легко сидят. Классные наушники, ссылка на них будет в описании, а на этом все. Всем, кому понравился данный видеоролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.